встречаются и отдают свой вкус жидкости. В других бочках анчоусы, выдерживаемые в маринаде, несколько месяцев. Дополнительные ингредиенты – соль, сахар, белый уксус, солодовый уксус, концентрат тамаринда, мелисса, а также строго засекреченные вкусоароматические добавки и специи. Все ингредиенты по одному выливаются в гигантские чаны-смесители. И первыми туда отправляются два соуса. За ними следует концентрат тамаринда. Потом анчоусы.